Сегодня 2 июля, и наша сегодняшняя цитата — «Делай то, что можешь». Иногда мы не делаем то, что могли бы, потому что сосредотачиваемся на том, что мы делать не можем. У вас бывало такое, что вы разочарованы или впадаете в уныние от того, что не можете что-то сделать? У нас у всех есть способности и разум, и нужно концентрироваться на них, использовать их для Кришны. Но иногда, так или иначе, по какой-то причине мы попадаем в ситуацию, когда мы фокусируем наше внимание на том, что с нами не так. Я не такой разумный, как этот Прабху. Я не так успешен, как такой-то Прабху. У Кришнадаса очень хорошо получается вот это, а у меня нет. У Говинда Даси невероятная память. Она знает все лилы Кришны из книги Кришна, а я не помню ни одной, и так далее. С одной стороны, когда мы видим какого-то преданного, видим его хорошее качество, это должно нас вдохновлять. «О, этот преданный меня вдохновляет. У него хорошо получается то-то и то-то. Он такой разумный, или он знает так много стихов или историй». Но часто, вместо того, чтобы испытывать вдохновение, которое должно приходить благодаря такой санге, мы впадаем в депрессию и смотрим на свои собственные недостатки. «Я-то не такой». И вот в нашей сегодняшней цитате говорится, проблема в том, что если фокусироваться на этом, то часто происходит так, что это скрывает ваши собственные способности. Другими словами, из-за того, что вы концентрируетесь на том, кем вы не являетесь, на том, чего у вас нет, чего вам не хватает, вы не видите того, что у вас есть, и поэтому не используйте то хорошее, что у вас есть. Кришна создал нас всех разными. Большинство людей не могут одинаково хорошо делать все. Большинство людей хороши в чем-то одном, что соответствует их природе. Конечно, есть несколько редких душ, которые, кажется, хорошо умеют делать многие вещи, но большинство из нас хорошо разбираются всего в нескольких вещах. И это нормально. Кришна создал нас именно такими. И если вы склонны фокусироваться на том, что у вас не получается, то, возможно, вы не будете концентрироваться на том, что у вас получается. Если же вы не концентрируетесь на том, что у вас получается хорошо, то не будете развивать это и направлять туда свою энергию. Или даже если вы будете фокусировать свое внимание на том, в чем вы хорошо разбираетесь, и в то же время фокусируетесь на том, что у вас не получается, это будет подрывать вашу способность достичь успеха, потому что это будет вот это негативное отношение. Да, это у меня получается хорошо, но вот это не получается, и это будет истощать вашу энергию. Шрила Прабхупада в очень большой степени обладал качеством принятия. Он не делал различий, он не говорил: «Ты мне не нравишься, потому что ты разбираешься только в одном или двух вопросах. Мне нужно, чтобы ты хорошо разбирался в 26 вещах, иначе я не буду с тобой разговаривать». Такого не было. Идея в том, что по карме мы получили тело, ум, определенные способности, разум и так далее. И Прабхупад подчеркивал: «Все, что у вас есть, используйте для Кришны. Если у вас Тойота, Королла 1986 года, используйте ее для Кришны. Если у вас Мерседес 2017 года, используйте его для Кришны». Именно так Прабхупада смотрел на нас. Он не выносил суждений. «Хорошо, у тебя Тойота 86 года, так используй ее. Поддерживай ее в хорошем состоянии, используй ее как можно лучше и делай для Кришны то, что можешь». Ведь, как мы знаем, Кришна принимает наши отношения. Это самое главное. Итак, чем бы вы ни были наделены в этой жизни, используйте это. Старайтесь это улучшить, но не концентрируйтесь на том, чего у вас нет, потому что это приведет к противоположному результату, это не принесет блага.